Сегодня 30 марта. Я на даче. Ночью был сильный дождь. И вот после дождя из земли, из укрытий начали появляться, выползать, вылезать вот такие вот виноградные улитки. Я их собрал немного и вот в этот ящик посадил. В том году улитки начали появляться в середине апреля. В этом году на 2 недели они начали выползать раньше. Вот такие вот улитки. Они еще грязные, только что из укрытий вылезли. Ну, будем наблюдать за улитками. Интересно, какой у них мир, как они себя ведут, и какие они интересные создания.